Всем доброе утро. Мы уже позавтракали. Сейчас хочу перемыть посудку нашу. После чего хочу разобраться в шкафчике. Вот у меня тут такой шкафчик стоит. Хочу достать сегодня все контейнеры. Все здесь протереть. Пересыпать в пустые контейнеры крупы, потому что уже все тут закончилось. Вот. Потом хочу сегодня разобраться на микроволновке, помыть ее, ручки помыть, внутри хочу помыть. Так что, кому интересно. Домываю посуду и решила сразу помыть детям фрукты на второй завтрак. У нас как получается, утром мы завтракаем, потом где-то через полтора часа они опять хотят что-то перекусить, и уже у нас фрукты. И потом уже обед. После обеда у нас полдник и ужин. Фрукты помыла, и пока дети там играют в своих комнатах, решила разобраться сразу в шкафчике. Ну все, мы сюда все переставили. Сейчас я полные контейнеры уберу в шкафчик, то, что мы помыли только что. А пустые контейнеры сейчас все будем пересыпать. Мне нравится этот момент, когда пересыпаешь крупы, да все что угодно, когда пересыпаешь, так приятно, когда все это полное, красиво все, порядок. Также решила порезать сыр, сразу убрать, и масло сливочное. Купила эти контейнеры, наверное, года полтора назад в Икее и приспособила для сыра и для масла. Очень удобно. Ну все аккуратненько я сюда поставила. Осталось мне придумать какой-нибудь контейнер для вот этих вот приправ, потому что места тут немного. Вот, пока так стоят. Вот. Сделаю небольшой перерыв, выпью кофе с горячими бутербродами, с сыром и пойду дальше убираться. Микроволновку я буду отмывать содой внутри.
и также снаружи содой. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Может, у вас есть какие-то вопросы, я отвечу. Ну, а я пойду делать уроки с детьми. Всем пока-пока!